Здравствуйте, в эфире ТВЛ. И прямо сейчас о самом главном. День российского студенчества отмечается в России ежегодно 25 января в соответствии с указом президента Российской Федерации от 2005 года. Именно в Татьянин день, который по новому стилю отмечается 25 января, в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. И Татьянин день стал официальным университетским днем. В те времена он назывался Днем основания Московского университета. С тех пор святая Татьяна считается покровительницей студентов. А учитывая, что в те времена именно в этот день начинались студенческие каникулы, не мудрено, что он стал любимым праздником молодежи. Сегодня студенты все так же устраивают шумные веселые гуляния. Сегодня по всей России прошла распродажа «Киберпонедельник». «Киберпонедельник» – это онлайн-распродажа и еще одна крупная акция скидок на товары интернет-магазинов. Распродажа берет свое начало в США, которая проходит в понедельник сразу же после распродажи «Черная пятница». В России «Киберпонедельник» появился сравнительно недавно, но уже успел зарекомендовать себя как еще один день для выгодных онлайн-покупок в интернет-магазинах, которые обещают на русский «Киберпонедельник 2016» огромные скидки до 90%. В распродаже «Киберпонедельник 2016» участвуют такие крупные интернет-магазины, как М-Видео, Техносила, Юлмарт, Алиэкспресс и многие другие. Одно из самых высоких в мире колес обозрения установят на ВДНХ через 3 года. Стоимость проекта может достигнуть 20 миллионов евро. До конца января ВДНХ собирается объявить конкурс на разработку проекта нового колеса обозрения, на который потратит около 12 миллионов рублей. Высота нового аттракциона будет составлять 130-140 метров. Установить его собираются в течение 3 лет. Стоимость нового проекта может составить 20 миллионов евро. Новое колесо обозрения будет одним из крупнейших в мире. В прошедшие выходные активисты Электрогорска построили для детей города настоящую снежную горку. Ту самую, которая у детей 90-х стояла в каждом дворе. Наша съемочная группа тоже приняла участие в строительстве. Зимних забав существует огромное количество. Одно из них – катание с горки на ледянке или ватрушке. Но в нашем городе стоят деревянные горки. А те самые, что были в каждом дворе в нашем детстве, снежные, отсутствуют. Воплотить эту идею решили на Стахановском озере активисты Электрогорска, обсудив для начала эту тему в социальной сети ВКонтакте. Желающих прийти и построить снежную горку было много. В итоге нас пришло 6 человек. Из них 2 человека из группы Электрогорска, администраторы, 2 человека телевидения и 2 человека – это инициативные граждане. Нас было немного, но вместе мы были сила. Вооружившись лопатами и ведрами, все принялись за строительство. Драйв такой, потому что физически работаем, конечно, и погода отличная. Вот, очень нравится. Но сложновато строить нам горку эту. Но как бы сложно ни было, в течение часа общими усилиями возвели вот такую горку. Оставался вопрос в заливке. Если бы мы ее заливали именно так, потребовалось очень много времени. Но благодаря хорошим и неравнодушным людям, ребята это сделали намного быстрее. Уже через пару часов на горке начали кататься дети. К утру она стала очень популярной, но достопримечательность была немного повреждена. Поэтому было решено отреставрировать ее. На второй день активистов значительно прибавилось. Это, несомненно, облегчило работу, и горка была доделана. Гидрометцентр прогнозирует в ближайшее время потепление, поэтому не упустите возможность прокатиться на снежной горке из 90-х. В Доме культуры собрались представители 24 городов Подмосковья. В субботу там прошел конкурс юных талантов. Подробнее об этом прямо сейчас. Областной фестиваль «Юные таланты Московии» заглянул в Электрогорск. Более 40 конкурсных выступлений, гости из 24 муниципалитетов Московской области. И все это в Электрогорском доме культуры. Открывал это мероприятие лично глава города. Хотел бы вам пожелать сегодня хорошего настроения, хорошего выступления. Жюри пусть вас строго судит. Но справедливо. В этом конкурсе участвовали не просто коллективы, а лучшие представители своих городов. Многие из них не в первый раз участвуют в подобных фестивалях. Да. Нашему ансамблю уже 17 лет, мы образцовые, каждые 3 года мы подтверждаем. И вот в этот раз мы тоже приехали. Каждый год мы ездим на «Юный талант Московии». И каждый год стараемся что-то все-таки занять. Возраст участников варьировался, наверное, от 8 до 20 лет. Причем в таланте не занимать как первым, так и последним. Но самое главное, что всем нравится то, чем они занимаются. Почему тебе нравится?
знаю, просто я сначала попробовал, а потом понравилось. А ведь привлечь детей в русское народное творчество сейчас, когда популярны совсем другие направления, не так уж и просто. Если педагог, профессионал, настоящий профессионал своего дела, дети, заражаясь этим, ходят с удовольствием, с огромным удовольствием и много. Вот. Любят русскую песню, любят петь, любят заниматься вот народным творчеством. И это здорово. Мало привлечь детей к фольклору и народному творчеству. Надо дать им и площадку для самовыражения. Именно для этого и создан этот фестиваль. Основной целью проведения этого фестиваля, в рамках которого проходит более 40 конкурсов ежегодно, это развитие творчества детей и юношества, развитие творчества технического, художественного. Это выявление и поддержка одаренных детей. Помимо сказанного, такие фестивали воспитывают молодежь духовно и нравственно. И, конечно, прививают великую культуру той страны, в которой мы все живем. На этом у меня все. Смотрите новости ТВЛ и не забывайте, что они также доступны в социальной сети ВКонтакте, на канале YouTube и нашем официальном сайте elgorsktv.rf. С вами была Анна Шевалина. До встречи на ТВЛ!